Этот заяц после тяжелого рабочего дня решил отдохнуть и прилег под солнышком. А тут он забыл, кто на самом деле жертва, и решил сам поохотиться. На самом деле зайцы редко бывают такими смелыми. Беззащитность по отношению к многочисленным врагам делает их крайне осторожными и скрытными. У них слабое зрение, однако превосходные обоняние и слух. В отличие от кроликов, зайцы не роют нор, а сооружают гнезда в небольших ямках. Зайцы – травоядные животные, поэтому питаются различными растительными веществами. Травой, хлебными растениями, овощами, древесной корой и могут приносить значительный вред. Самым быстрым является заяц-русак. На коротком расстоянии способен развить скорость до 70 км в час по прямой, путая следы.